Ну вот. Такая красотень, брабатень, на выбор. Что хотите? Там же фотографии можно вставить. Сметанку, сгущенку, варенюшка, маслица растопленная. Топленая маслица. Что хотите? С чайком, с лимончиком, да, Викуська, вкусно? Ай, красота. У меня слюнки текут. Дед приехал сейчас тоже к тепленьким оладушкам. Сейчас чайник согрела. Чем понравилось, с ягодами и с сгущенкой? Чайник. Чем понравилось больше? С ягодками и с сгущенкой. Да? Со сметанкой ты ела? Ела и с маслом ела. С маслом ела. Понравилось больше с ягодками и с сгущенкой, да? Брусничная. Не брусничная, красная смородина варенье. Красная смородина. Ну, сгущенку ты любишь. Вот. Так что. Вот такая вкуснота. Вот такая красота. Бабушка сегодня тут разговелась, решила накормить вкусненьким завтраком. Вон дед приехал, сейчас тоже будем с ним чаевничать. Чайник скипел с лимончиком. Вкусно! Вкусно! Кузенька, жив моя роднуселька. Моя хорошая девочка. Очень вкусно. Ладушки тепленькие. Еще двое тоже. Сказала вкусно, говорит, наелась, спасибо. Вот. Ну ладно, иду чай наливать. Вот дедушка приехал. На Алашке со сметанкой. Почему со сметанкой? Не только со сметанкой. Мы все, значит... С вареньем попробовал, сейчас со сметанкой. Да, все попробую. У нас у Вики на первом месте сгущенка. С новыми зубками. Да, видели уже зубки твои. У Вики на первом месте со сгущенкой, на втором месте с вареньем, на третьем месте со сметаной и на четвертом месте с маслом, что ей больше понравилось. Мне на первом месте с маслом. Я обожаю с маслом. Второе место сметана. И не могла долго выбрать между вареньем и сгущенкой. Сгущенка сладкая, это немножко такое смородинка с кислинкой. Но так, что-то мне больше понравилось со сгущенкой, в общем, на третьем месте, а на четвертом месте варенье. Так, а тебе что на первом месте? Сейчас попробуешь, я сгущенку не пробовал. Чай не пьет, что-то с утра. Устал, говорит, весь вам винца. Прикупил уже с оладьями кружечку дерболызного винца. Ну ладно, сейчас он бродился. С вкусным маслом. Ну, маслом, ну. Тоже ничего. Ну, сгущенка. Не могу сказать, что невкусно. Нет, тут еще попробуй со сгущенкой, скажешь, кто на каком месте. Что на каком месте? Со сгущенкой. На первом месте? Угу. О, стар, что мал. Со сгущенкой на втором. Варенье. Варенье. С сметаном, маслом и что там. Нифига себе, Вика, как у тебя, да? Да. Нифига себе, вот стар да мал. Стар да мал, видишь? У них сговор. А ты уже покушал, что ли? Да. Сговор. У меня то же самое было, такая же комбинация. Да. Вкусненько. Вкусненько? Да крякай, пахай. Особенно сейчас со сгущенкой. Даже облизываюсь. Ну вот, ешь, дедушки самых гореликов навыбирал, я тебе говорю, погорели. Такие оладьи. Вот поели, соседку угостила, Зою угостила. Она клубники принесла Вике. Вот, так что, дедушка, приятного аппетита вам. Спасибо. Я сегодня заработал. Ну ладно, молодец. Я рад. Что дедуся привез? Сейчас буду сумочки разбирать. Это чек из аптеки, да? Гитарол, лидокаин. А что, у тебя кончился? Да. Гитарол, лидокаин и... Это просто кто там... Таблетки, да? Да, 89 рублей веса. Нет, знаешь, что? Начинаю разобрать. Утра-то что-то... Не было с утра-то солнце, сейчас солнышко выходит. Ну что, наелся? Не пускай, стоит, я еще ем. Ты мне дай, мой, сюда мне его сейчас сам аккуратно выложу. Знаете, как это было? Так, на тебе вот это вам. Это ватные диски. Очки убили. Ватные диски, очки. Оставь мне. Так, теперь вот на. Уколы, дедушка, что себя колет.
Наркоман, наркоман, наркоман. Это я тебе коробочку привез. Можно под яйца, да, ходить здесь покупать. Яйца, контейнер. И вот это все. В пакетах неловко. Отдай мне лекарство, и можно отрубать мою коробку. А, это машинку привез. Постригу сегодня, то весь оброс уже как мамонт. Голова потеет у меня. Постригу можно убрать, я уже наелась. Оладьев, я позволила себе 4 оладьки сегодня съесть. 4 штуки съел. А я 3 еще съел. А я 4 съела. Как это виски? Это хорошо. Это машинку постригу. Сегодня бать была. Кашка Геркулес. Ой, ну Геркулес. Геркулес. И вот еще с отрубями кусочек. Мягкий хлебушек. Да. Думаю, ну, мало одного батона ты будет. Ну, ладно, хлеб, хорошо, хлеб. Яйца понятно. Деревенские, феймовские. Угу. Выбирал, да выбирал. Ну, хорошие крупные яйца, да. Крупные, крупные. Их Сережа выбрал, да, с других коробочек. Ну, одну что? Коробку только вот сюда поднимаю, она раз у меня в руках раскололась. Ну что творится? Вторую коробочку беру, стал яйца проверять, выбрал, только задел яйца. Одно яйцо, а оно внизу приросло, хорошо. Оно дырявое было. Хорошечина, хорошо. Эта так. Косичка стоит 69,90. Вот это сыр? Сыр копченый называется. Что-то вообще дешево. А тот 99 рублей, охотничий. Такой же косичка, только в два раза тоньше, 99 рублей. Коса копченая. А что так, так, это сколько граммов? 200 граммов. 69,90. Ну, 70. Ну, так он, нет, это дешево. 99 рублей охотничья такая. Так, 200 же. Грамм, да, 208 граммов, да? А там меньше гораздо. 70 рублей, так это получается, ну, грубо, 350 рублей килограмм получается. 350, так это вообще что-то даром. Это даром. А у них написано... Без пива шоколадно вообще. Это написано, как сказать? От печени морозилку. Как он, по... Как на оценке, не за оценку или как? Да. По акции. Колбаска классическая. Но у меня карточки не было еще этой самой, так бы мне еще бы скинули магнит. А почему не берешь с собой карточку-то? У тебя нету разве ее? Да. Классическая полукопченая колбасная изделие. 99 рублей. Ну ладно, тушево сердито, хорошо. Давно не было. А печеночки-то надо, думаю, даже с картошечкой, с батушей. Ладненько. Гуляшиком вкусненько. Так да. Хочется гуляшика. За 80 рублей килограмм, так, то 69 рублей на кассечек. Они знают, что только у нас это самое печень, у них печень нет. А коктейль 46 рублей, да? Да. А хлеб здесь с отрубями 36,99. Там есть где-то, тут должен быть. Нету. Что, я так его взял, что ли? А, хлеб с отрубями, все ясно. Хлебец написано. Хлебец, так и есть. Так, колбаса, семейные секреты, 7, ну, 80 рублей, да? Сыр коса. 107 рублей. Что ты врешь? 107 рублей. Что ты врешь-то? По 514 рублей. 107 рублей. Там написано, там было чек. Я говорю, что больно, ты сладко. Мне женщина сказала, она прочитала, я не вижу. Значит, у них скидка была, опять сейчас никакой скидки. Ну, это магнит, это магнит. Они внизу лежали, я говорю, как вот этот, мне нужен. Это магнит. Вот зараза опять обманули. Да, у них, наверное, была, как был он когда-то по скидке, а сегодня... Вчера, наверное, был скидка. Сегодня подорогой. Сегодня уже по 514 рублей 90 копеек. Вот 515 да. рублей, все правильно. Вот это я согласна, что по 500, и то еще как бы это не очень дорого, я считаю. Ну, а охотничий, это тот по 99 рублей. Ты же вчера был, значит, сегодня надо просто чеки смотреть, если говорю, смотреть, тогда надо чеки, Сережа. Так мне женщина, я говорю, я внизу сам, я говорю, мне не наклониться, почитай. Так, Геркулес, жида, что не наклониться, а чек-то посмотреть можно? Чтобы посмотреть, что тебя и пробили не по 70 рублей, а по 117 рублей. Я просто ей поверил, что штучно покусить. Да, все время это магнит, это что магнит, что пятерочка у нас, это вот. Все время они. Тот раз в пятерочке попался, и так опять что? Попался. Да. Это вот в магните. В магните, да. Это магнит. Там пятерка, это магнит. У них скидка прошла, они цену не убирают, в кассе перезагрузят, да? Да. Эти кассу операторы и хрендячат по дорогой. Я разбираюсь, скажу, я говорю, а по той цене, по которой у меня стоит ценник. Я всегда свое вытребую. Всегда да, свое не, вытребую. Лена, даже у меня мыслей-то не было проверять. Всегда вытребую свое. Если ко мне сказала, что она... Я еще не почитала, и вот это сказала мне. Смотреть надо. В городе живешь? Иглом не щелкай. Иглом не щелкай, да. Сволочи, все. Обманули дедушку. Ну, все время так. У них поменялось утром. И насколько это меня обманули, насколько людей? Ну, сколько там, 70 рублей у тебя, то здесь 107, так, на 37 рублей. Нехило. 37 рублей. Ладно бы немножко, 37 больше, рублей. Больше, чем в буханке хлеба. Ой, куда-то уронила, не вижу. А вон под табуреткой. Вот так что. Такие а дела. Кругом, обманщики. Кругом обман. Магнит это, Юля, стабильно, ее все на яйцах обманывают вечно. На яйцах придет у них.
Ценник поменяют, блин. Вернее, не ценник, а цену. Цену в кассе поменяют, а ценник как-то стоит. А ценник остается. Да, люди да, берут да, и не знают. Ведь конечно, мало кто проверяет. Конечно. Да, большинство, процентов 70 не проверяют. Да. Так что ладно, буду сейчас холодильник раскладывать. Все. А супчик варить сегодня, борщец сварил. Мясо я замочила уже. Ну как, размораживаю, положила в эту. Надо достать фрай, что-то припозднилось. Борщец сварим. Любит у нас тученька борщ. Борщом, ну, вот наварим борща, буду пока. А есть капуста свежая? Есть капуста свежая. А ну, давай капусту, ладно. Она из банок любит. Сейчас мы ели рыбку, так ничего. Вот, так что сварим борщица. Баньку, наверное, сегодня не стопим. Все. Так-то вроде дел у нас таких особо нет. А завтра гуляшек сделай из пищи, не ладно? Ну, поглядим, даже ведь до завтра надо еще. Сегодня у нас есть то, что есть. А я ведь не знаю, что есть. Суп сварим. Так что? Вечером сама тебе сделаю. Так, будем, ладно, разгребаться сейчас. Как огурчики подросли в теплице? Ну, я нарвала же тогда мисочку. Ну, а ну, я не ходила, не смотрела сегодня, открыла, да нету твой еще, нет огурчиков, не оладьи пекла. А, ну да. Огурчиков нет тут, Даша. Оденутся, вырастут. Ой, а посуду помыть позавтракали. Вот, посуду. Девушку помыть. Или на улицу он тоже в Донмута. Иди на улицу. Пилочка вот там на кухне лежит. Кухня пилочка. Я не на улицу говорю, иди. Все в интернете, да в интернете своем. Говорю, иди. Он сейчас, говорю, на катке дедушка привез. Сейчас для снятия лака, так приводи на каточки в порядок свои. Вот. Так что вот садись и это. Красит ноготочки. Уминка наша привела ручки в порядок. Сделала маникюрчик. Покажи коротенькие свои. Вот. Одна покрашена, другая не дает, которая не покрашена. Вот, ноготочки. Где вот, видишь? Все ноготочки. Ну, не очень, но вот обработала. Ну, все равно хорошо. Красит бесцветным лаком. Давай какой-нибудь купим яркий. Не хочу яркий, хочу бесцветный. Он бесцветным лаком покрасит не за день. Высушит. Вот, молодец. Ручками за своими. Да? Я супешник варю. Борщица ты не сварю. Вика у нас тут борщ. Именно давыдовский. Банок любит, обожаю. Тут мы все варили. То одно, то другое. То третье, то пятое, то десятое. Мы уже бабушка, когда борща-то сварите. Вот. Давыдовского борща. Сегодня сварим борщица. Борщечка. Вкусняшка. Она сварится уже давно. Ох, сейчас полежим. Дуська приехал. Оладьев наелся. Лег спать. Две чарочки выпил. Венца сухенького. И завалился, спит. Плохо что-то говорит, сегодня ночью спал. Родил, говорит, 3 часа встал. Он в 5 часов поехал, говорит, по помойкам. Так и живем. Так и живем, да. По помойкам, там линолеум. Застилаем от травы. Застилаем от травы линолеумом, застилаем. Вот. Он, кстати, привез целый багажник. Да, целый багажник привез линолеума. Вот. Потому что трава везде ползет, надоела она. Хочет на взгляд только с одной стороны. Потом и все, прежде чем засыпать опилками. Опилок тоже возит. Вот опилку навез. 50 мешков привез. Вот. Мужики там ему грузили. 10 мешков. Он коробку вина покупал. 10 мешков он коробку вина им. Потому что ноги у него болят. Артроз он ходить не может. Не может ходить. Накладывать надо, до машины тащить. Вот. Он с ними договорился, там ребята, которые пилят. Ну, мужики такие тоже. Ну, видно, что любители выпить. Вот, в общем, 50 мешков нам обошлись. По 142 рубля вино, так вот считай, что 700 рублей нам обошлись. 50 мешков. А соседка заказывала, первый раз она заказывала 50, 30 мешков она заказывала по 80 рублей.
Это у меня обошлось 2 400. 30 мешков, 2 400. Ого. Вот. А в этот раз она где-то надыбала по полтиннику. И у нее, значит, обошлось 1500. 30 мешков, 1500. А мы 50 мешков. Ну, 140. Бутылка 140 рублей. Я считаю, вообще у нас обошелся мешок у нас. 14 рублей у нас мешок обошелся. Вот. 140 рублей, так 700. 142, так 710 рублей, короче. 50 мешков, 700 рублей. На каждые 10 мешков он 140 это и покупал. 40, 140, 40, вот. 50. У него 30 мешков, 1500, 2 400. Так я говорю, вот что, из воздуха деньги делают, из воздуха. Как ты его грузи сам бы там, грузи бы сам, так и ничего платить не надо. А он не может грузить, дотащить, они его нагрузят, до машины дотащат, завяжут. Он только в багажник сам укладывал, потому что, говорит, я в багажник сам, говорит, уложу. Вот, потому что, не знаю, говорит, как положить. Вот. Падает тут у меня что-то. И вот обошлись нам. И вот мы засыпаем. Прежде надо линолеум постелим там. Все, я накрасила. Девочки. Мешки старые, молодец. Мешки старые, суши теперь. Линолеум. Панели вот эти от разборки мебели там. Панели. Высушила уже. Ну, хорошо, высохли. Вот. Вот. Ну, молодец. Ну, так же ноготочки с девочкам, мальчикам. Какие ноготочки? Особенно ты? Мальчикам. Мне нравятся особенно мальчики. Показала. Вот. Так что... Вот закладываем эту всю. Сырость была очень сыра. Мы покупали, когда участок. Было очень сыро. Когда мы покупали участок. По колено было в воде. Сколько мы возили. Сколько мы опилку. И вот мы все застилаем. Чтобы не росла эта трава. Пока она и лезет. Хвощ особенно мерзкий. Вот. И вот он линолеум это привез. И говорит... 5 утра, говорит, ну, пока помойки не это, сейчас помойки как-то хорошо так вывозят, помойки. Поехал, говорит, помойки все чистые, но вот линолеум он надыбал, целый багажник привез. Вот, теперь опилку навозили, сейчас линолеум застелим, несколько рулончиков там, и будет у нас все замечательно, хорошо все будет. Вот. Так и живем. Бьемся все. Чего бьемся, непонятно. Чего побольше мы любим, поджарим. Кормила сегодня, борщица еще наварю. Тут рыбку отваривали вчера. Ой, тоже очень вкусно. Пищечку с картошечкой. Нет, вчера отваривали. Опять, говорит, нас Вика рыбу не любит, не ест. Рыбу не ест, не любит. Опять, говорит, опять рыба. Вчера, говорю, была рыба. Сходить за борщиком. Ужас какой-то, ужас. Позже доставала где-то и найти не могу. Господи. Господи. Что, нормально, нет? Я только хотела достать. Ничего не понимаю, ничего не понимаю, котик. Кошмар. Доставала. Понимаю, доставала или нет, не знаю, снова достала вроде. Вот такой борщ давыдовский любит она у нас. Борщец вот такой. Любит из банок. Ну, хороший на самом деле. Вкусный. Вообще вся давыдовская продукция очень вкусная. Я уже, наверное, как-то говорила.
готовка, так она тоже вымазывает. Не знаешь, что приготовить. Она вот такая неедовка, у нас рыбу не ест. Но я, правда, я свечечка акварели с картошкой вроде так поела. Так, скажем. Вот, тетка, что я буду разделывать? Сардельки, сосиски, это тоже все тошнит. Ласка. Уже. Тошнит уже от всего. Ну, тут нож сделала, у нас один нож для банок, для вот так открывать, другой вот так, вот этот ножичек. Вот этот, да. Он сразу открыл. Один ножик открывает рыбные консервы, а другой такие крышки. Поэтому возвращаешься, не знаешь, как извратиться. Знаешь, как, что придумать, что варить. Ну, все у меня есть. Палыч мой, все есть, что не приколочено. Того больше. Поперчи, да посоли, да майонезику положи, да кон. Кто съест? Даже дерьмо. Ха-ха-ха-ха. Муха. Ложка такая горячая. Нагрелась. Обожглась. Да? Обожглась об ложку. Она нагрелась, тут была в этом. И обожглась. Кастрюля кипит тут. Обожглась. Ложка там еще упала. Обожглась я, Мася, обожглась. Иди сюда, картошина. Сюда иди, говори. Опаньки. Не хочет. Вот она. Вот она. Была и нету. Ладно, другую взяла ложку. Так что. Пахнет хорошо, конечно, борщец-то пахнет. Такой вот. Ну, свекла своя будет, так. Свой, но она свой вот не любит больше, она любит вот именно из банок. Именно из банок. Такая вот. Варь хоть каждый день ей. Надоедает он когда-нибудь викатив борщ из банок? Надоедает бывает? Да. Я думаю, не надоедает тебе никогда. Ну, никогда тебе не надоедает. Ну, ты не знаешь, что сварить. И так, и сяк, крутишься. Ладно, в обед посудка, все равно какой не сварю, все равно съест. Вот собрали клубничку. Сейчас почистили, намыли. Сейчас сделаем блендер. Мы, конечно, не взяли, но у нас есть миксер. Попробуем сейчас сделать. Сейчас сделаем коктейл. Коктейл сделаем сейчас. Сережа, не включай, пока сейчас зашумит. Будет невозможно записывать. Зашумит сейчас. Вот. Много, наверное, будет, сука, ягод-то. Ну пусть. Сделай поменьше. Ну пусть будет. Что тут сейчас? Ой, блядь. Махан, перентрахан. Все свалилось. Вот. Так-то, конечно, дома надо было взять. Что-то я не думала. Будем коктейлями заниматься. Не думала, что будем тут мы миксировать. Миксер-фликсер. Ну давай, потом молока нальем. Почему? Налей сразу. Сразу, что ли? Сразу в молоке. Она у тебя сейчас там с комочками вся покроется. А в молоке не покроется? Молоко-то хоть ее жидить будет. Думаешь? Надеюсь. Нету, конечно, надо штуку делать. Вот такая свежая сегодня дедушка купил. Молочка. Собичка. Нормально, да? Или я без прихихе, или чё? Ну чё, льём молока сразу? Ну налей хотя бы немножко. Ну давай. Будем экспериментировать. Дома делаем мы, конечно, коктейли. Мы делаем специально высокий стакан у нас. Ну, столько пока хватит, потом дольешь. Высокий стакан специальный. Миксер, это блендер. Сейчас сделаем. Ух ты, батюшки. Ты, матушки, не попала. Не попала. Намылись мы в баньке. Напарились, наужинались. Да, наужинались, так звучит. Поели, поужинали. Но не побрызгать, не начнем брызгать. Почему? Я боюсь. Да что-то все закрыто. Вот. Держи. Собрала клубнику, Викуся сама сходила. Собрала. Все испачкалась. Вот. Мы тебя поужинали. Когда только помылась. Они тут котлет захотели. У меня не пишет.
Не хватает у меня карты, нет. Поберем. Давай не сейчас будешь тереть. Сейчас буду говорить, потому что у меня тереть. Нет памяти. Что, почему тереть? Тереть будешь сейчас. Давай делай. Не хватает памяти. Сейчас снимаем на ее телефон. Я бы все сняла, как мылись, давай. Как брились, как ели, как пили. Сахару добавим. Вот. Ничего, у меня памяти не хватает. Памяти не хватает у меня. Что? Сахару сразу? Потом. Нет, добавим сейчас сахару. Еще можем помолоть его. Ну вот уже практически, да? Практически уже коктейль. Смузи. Ну, смузи, да. Сейчас еще сахару добавим или что? Добавлять будем сахару? Да потом можно же. И будем еще болтать. Хватит, хватит. Ну, не так много только. Ну, хватит, да хватит. Да, ну, нет, да хватит. Да нет, ну зачем мне столько сладкого? Так. Я говорю, не надо, так она сыпет. Ну, все, ничего, у меня памяти нет. Внучка снимать не хочет на свой телефон. Да, не хочу, потому что все, память засрелась. Я карту сегодня забываю купить. Карту. Да что ты? Прям бесит. Забываю карту купить, у меня не хватает памяти. Там видео снято, еще не обработано, да? Не, для YouTube не сделано, как говорится. Как говорится, в работе. Ну вот, все. Еще молочка добавить. Нормально. Да? Ну, все готово. Посмотрим, сейчас будем. Там 4 минуты. Там высокий стакан. Сейчас высокий стакан. Нальем сейчас и трубочку. Нормально. Все хорошо. Посмотрим. Давай. Сейчас попробуем. Ну вот. Все замиксовали. Ай, красота какая! Цвет-то какой! А запах! А запах! Спорим сейчас проблема. Я не удивлюсь. Ай, вкуснятина! Можно я корону трубочку ставлю? Пожалуйста. Вкусняшка. И мы с дедушкой попробуем. И нам еще осталось с дедушкой попробовать. По чуть-чуть. По чуть-чуть, немножко попробуем. Вкусняшка. Вот сейчас будем дегустировать. Коктейль или смузи? Смузи. Вкусненько, да? Будем пробовать. Будем пробовать, давай. Вот такая вкусненько получилась. Вкусно? Да. Коктейль. Не коктейльчик, смузи получились. С шоколадом, с клубничкой. Я не буду это пить. Почему? Через трубочку. А шоколад попадает, да? Шоколад попадает. Не знаю, что он попадает, но тоже попадает, это факт. Вкусненько. Красивенько, вкусненько. Ложечкой будешь просто. Так пей. Вкусняха, да? Клубничку собрали и сделали. Вкусненько. Выпей, моя родная, на здоровье.